Что тебя сюда привело? Работа. Какая же? Отправляю на пенсию. Улыбайся почаще. Тебе идет. Из профессии киллера только два выхода, Джозеф. Либо чистым, либо мертвым. Джо, что с тобой? У меня плохие новости, Джо. Болезнь неизлечима. Сколько мне осталось? Максимум 3 месяца. Не хочу помирать на руках у Мэйзи. Зачем ты ко мне пожаловал? Хочу предложить тебе контракт. Кого отправляем на пенсию? Меня. Я долго об этом думала. Ты убил моего отца. Так я и отомщу, и деньги получу. 2 ляма за Джо Флада? Папочке пора на работу. О, Флад, слава богу. Ваши анализы перепутали с анализами другого пациента. Вы не умрете. Но зрение надо бы проверить. Я отзываю контракт. Думаешь, это что-то меняет? Я уже вызвала всех киллеров Европы, понял? Пусть пишут завещание. Их ждет жаркий прием. Что происходит, Джо? Мэйзи, я киллер. Что? Ты людей убиваешь? Ну да, это киллеры и делают. Он что, врезал мне мотоциклом? Где уважение к старшим? Я его убил? Надеюсь. Ты куда, брат? Не мы такие. Жизнь такая. Я тебя прощаю, а теперь прощай. И доктора тоже замочу. Надо бы зрение проверить.